Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Артём Аристов, и добро пожаловать на мой новый влог. Ребятки, вы просили меня снимать почаще влоги, чуть ли не каждые выходные, и когда у меня есть свободное время, я снимаю для вас влоги. В общем, сегодняшней моей точкой стала Эльфиева башня, которая находится в Киеве. Да, я поднимался на экскурсию в Париже, но мне стало интересно посетить французский квартал, который находится сзади меня, и залезть на Эльфиеву башню. Вон она где-то там стоит. Там вокруг нее так идут работы, очень много охранников. Вот, надеюсь, нас не примут. Ну и погнали! Короче, пацаны, залезли мы уже на Эльфиеву башню. Эмоции очень крутые. Хоть она и маленькая, но здесь круто. Вообще, ребят, успешно мы залазили на Эльфиеву башню, как вы видели. Мы дождались момента, когда охранник отошел, и он тупо нас даже не заметил. И мы спокойно слиняли. Вот так вот, ребят, проведите круто свое время, потому что нужно ценить каждый день. Всем снова привет, мои дорогие зрители, меня зовут Артём Аристов. А зачем это говорить, если они так знают это? И сегодня я встретился с Владом, чтобы кататься на скейтборде. Несмотря на то, что уже прошла третья неделя сентября, и уже достаточно холодно, так как видите, я уже одел такую жилетку, кофточку, джинсы, вот. И сейчас я буду делать эксперимент, который уже достаточно зашкварный на YouTube. По-моему, даже первый ролик снял Влад. Это моя идея. Да, короче, буду привязывать свои ноги к скейтборду скотчем, который я купил, он там вот лежит. И попробую делать какие-то трюки, если получится. Попробую попрыгать с этих ступенек. Я постараюсь выделиться оригинальностью. Да, и вот так вот попрыгать. И думаю, это будет прикольно. Давай попробуй хотя бы так для тренировочки что-нибудь. Ого! У тебя такой оли никогда не получалось, а тут видишь? Я боюсь камеру терять. Не цепанешь. Бэксайд! А ну давай! А! Нормально вообще, слушай! Мало того, что сам упал, еще и других калечит. О-о-о, это диагноз. Короче, ребят, пока что я полностью не размотал скотч, я попробую прыгнуть со ступенек. Погнали. О-о-о-о! А скотч будет нормально держаться. Специально для подписчиц Артема я снял для вас попку.
the heathens take it slow. Wait for them to ask you who you know. В общем, ребят, короче, я накатался, Влад меня отлично поснимал, думаю, кадры получились просто бомбезные, вот, получилось и бэксайд 360, и фронтсайд, и обычный бэксайд, даже сделал олли и взялся за доску, и со ступеня круто попрыгал, вот, запыхался, правда, потому что не можешь ногой подталкивать, но все равно было круто. Сейчас Влад тоже попробует какие-нибудь трючки поделать, вот, может, что-нибудь поснимаю, и далее поедем на новый какой-нибудь спот. Так что надеюсь, вам понравилось. А сейчас, ребят, я предложу Владу, чтобы он с помощью Оли перепрыгнул меня. Я буду лежать здесь, он будет прыгать со ступенек. И я не катал 2 недели. И на моей доске. Еще и на его доске. Сегодня мы катались целый день на скейтах, и сейчас приехали в парк Шевченко, чтобы купить блинчики и вкусный чаек. Вот так вот мы проводим свое время, и вы тоже цените его, ведь время очень быстротечно. Еще для самых искренних подписчиков я хотел сказать важную информацию и новость. В общем, влоги уже выходят не так часто, так как у меня идет учебный процесс. Но если вы хотите видеть чаще мини-видосики со мной, то есть мини-влоги, то подпишитесь на мой инстаграм, там я часто снимаю истории, вот рассказываю, иногда снимаю в школе. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, ссылка в описании. Вот, как-то так. Ну что ж, друзья, дорогие подписчики моего канала, ну и, конечно же, подписчицы. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Вы, конечно же, поставите мне лайк, потому что над этим влогом я работал достаточно долго, хоть и долго не выходили видосики, но он получился крутым. Я надеюсь, потому что было много эпичных моментов, как Владос через меня перепрыгивал, со скотчем прикрепили, короче, ноги к деке и залез на эльфовую башню. Вот, поэтому, надеюсь, влог получился насыщенным. Вот, подписывайтесь на мой канал, если еще не были подписаны. Всем удачи и всем пока! Yeah!